Привет, дорогие друзья, и вы знаете, как меня зовут, какой мой ник моих аккаунтов на сайте chess.com или chess, и вы, возможно, видели, что я в последнее время мало играю, но это у меня просто времени мало было, у меня школа и все такое, и, короче, у меня времени мало было, но с сегодняшнего дня я уже буду играть, или с сегодняшнего, или завтрашнего, ведь я в последнее время мало играю. Даже, можно сказать, не играю. Сегодняшнего дня я настроился. Сегодня я уже постараюсь... Не сегодня, сегодня у меня много дел. Завтрашнего дня я постараюсь рвать всех. Играть целыми днями. Ну, а сегодня я пока решил... Пока что на сегодня только первую партию. Завтрашнего дня уже начну. Ну, а сегодня я пока что для вас сыграю 3 минутки блиц. Поблицуем немножко. Так, c4. Все ради вас. Так... Давайте конь c3. Ну это известный нам дебют. Давайте слон на g5 поставим. Свяжем. Конь e3, слон. Так, ну давайте h4 мы можем его взять, по правде. Но теперь уже не надо, ведь я не хочу разбить. Знаете почему? Я видел партии Карлса, где он играл против вроде бы Иванчука. Там он вроде бы забрал, как там было. Вроде бы да, он забрал коня. Но мы уже сыграем по-другому, ведь надо все-таки отличаться от других, ведь если ты хочешь стать чемпионом, то ты должен отличаться. Не тем, что ты должен хвастаться, но ты должен отличаться своей игрой. И я еще хочу сказать, что есть люди, которые хотят стать чемпионами, но вообще не играют. Но это один из них, это я. Но я завтра еще не буду играть. Но я хочу сказать, что есть люди, которые вообще не играют. Но я хочу сказать, что если ты хочешь стать чемпионом мира, то есть чемпион мира это обозначает, то есть сильнее всех в мире. Ну, то есть надо играть больше всех в мире, конечно. Разменяли. Фейдж опять сейчас последует, мне кажется. Так, здесь единственный ход из-за этого есть, что прямовым сделан. Здесь давай шах и прямовым сюда. Сейчас... Так! Сейчас мы его будем громить, возможно. Так, ну если сыграет ферзь d6, то просто сыграем ферзь a4 и... Все. Так, ну давайте вот так. Вот так. Так, ну... Я себя чувствую хорошо, несмотря что я давно не играю. Я все-таки чувствую себя в форме. Нормально пока что. Ну, может такой сюрприз преподнести, что я просто обалдею. Так, надо разменять ферзей. Я вот, реально, шахмат это спорт для умных и для хитрых. Здесь надо разменять, так, но я ему не дам, конечно, король h1, ну и ладью на g1, он сыграет ферзь f6, чтобы съесть пешку на f3. Но на этот вот я подготовил, конечно, ход f4. Так, ну или таким образом. Так, ну давайте здесь можно пожертвовать пешку. Ну, сыграем e4, не дадим. Все-таки я заработал эту пешку. И я не хочу ее отдавать. Так, ну не будем жадными. Можно отдать в этой позиции. Ведь это такая позиция, что здесь реально нужно отдавать. Ферзь f3, ладья g2. Хорошо, что у меня эта линия. Все. Атакуем его. У меня это связано, значит, надо этого ферзя. Логично, что этого ферзя надо разменивать. Но разменяем мы таким образом. Откуда наш соперник? Так, ну из Ливана. Ливан, я вроде бы слышал такую страну. Но я не хорош в географии. Ну и сам даже не знаю. Так, здесь мне какие-то маты. Так, 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 стой, стой. Стоп, здесь ферзь g4. И здесь ферзь... И здесь надо хитро играть. Блин, он реально... Он, не хочу так грубо выражаться, но он немножко тупой, скажем так. Но он реально дает мне... То есть ферзь стоял на d5 и не давал мне ферзь на f3. Теперь я атакую его пешку. Ну и что он теперь будет делать? Коня на c4 поставит. О, извини, братан, я здесь заберу. F5 планирует, 100%. Или F6. F6 нехорош, он если такой плохой, мне D4. Запомните, центр это важно. Так, и так. Все. Сейчас мы его будем громить. Все.
Ну ладно, молодец. А, спасибо ему за игру. Блин, да. Но я давно не играл. Блин, ребята, как я это сделал? Блин, вот видите, надо рассуждать игру. Видите, это не зависит. Наверное, я раньше совсем много игр играл. Настолько много игр играл, что я уже, наверное, все это, мне уже вся эта теория, весь этот опыт у меня уже остался. Ну все, я его порвал. Ну что, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ну и завтрашнего дня я начну серьезно выкладывать видео на канал. И буду больше играть. Ну и спасибо за просмотр. Всем пока-пока.